Господи, Царю Небесный, Божий Спасителю, Господи, извините народы, извините. В этот вечер Сергей Коляда пришел на рождественское таинство в Софийский собор вместе с сотнями горожан. Мужчина признается, этот день очень важен не только для него, но и для его близких. У меня мама очень верующий человек, она каждый год, так же, как и, в принципе, по крайней мере, стараюсь я тоже посещать, она посещает каждый год. Рождество Христово – один из главных православных праздников, который традиционно отмечают миллионы людей во всем мире. Они собираются в храмах, где проходят ночные богослужения. На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с момента крещения князя Владимира в конце X века. В новом 2020 году главные события в Самаре развернулись в Софийском соборе. Ночную службу провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. В храм пришли и представители самарского казачества. Это ежегодная традиция, и так как казачество – это воинство православное, мы каждый год традиционно в эту ночь, в сочельник, присутствуем на богослужении, либо в том, либо в другом соборе, либо в тех соборах, около которых живут казаки. По словам прихожан, Рождество имеет огромное значение для всей страны. Светлый праздник объединяет верующих по всему миру. Отмечаем, этот день важен, он для всех важен, не только для нас. Наверное, для всей страны важен. Ну, конечно, мы пришли на службу. Рождество – это рождение Спасителя мира, Христа нашего. Вот. А для меня очень важен, потому что мой этап жизненный, в православии, во всем, уже длительно, лет 30, наверное. Празднование Рождества начинается с появления на небе первой звезды. Затем, по старому стилю, наступает Новый год, который в России отмечают 13 января. Анатолий Головко, Константин Головин, события.